Порошенко оценил вероятность дефолта. «Экономическая политика позволит стране сохранить финансовую стабильность», — заверил Порошенко. Президент Петр Порошенко заверил, что после выборов в 2019 году дефолта в Украине не будет. Об этом он сказал, выступая в пятницу, 14 сентября, на 15-м форуме ЕС в Киеве. «Хочу подчеркнуть, как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва 5 миллиардов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», — сказал глава государства. «Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане. Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран», — подчеркнул Порошенко. По словам президента, если бы не наращивание госдолга предыдущими властями, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украину от дефолта спасет повышение цен на газ. По данным СМИ, власти на переговорах с МВФ согласились с октября повысить цены на газ на 23,5%. Подобный прогноз также давал Национальный банк. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.